Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана. Я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Сегодня мы с вами поговорим о таком чудо-удобрении, как зола. Какие только оды ему не поют, прям вот от всего, да, удобрение бесплатное, удобрение классное, суперэффективное. Вот сегодня мы с вами разберемся, действительно ли оно такое суперэффективное и как использовать его, не навредив. Итак, какие полезные вещества содержит зола? Но она, конечно же, содержит много различных элементов, но основные – это калий и кальций. Калия может быть в зависимости от типа золы от 30 до 40%. Виноград же очень любит калий, да, вот прям идеальный для нас. Кальций, его может быть там 30 и свыше процентов, опять же, в зависимости от типа золы, наибольшее количество кальция в золе лиственных пород. Ну, мы слышали, что кальций вот прям спасет нашу ягоду от растрескивания, кальция нужно много. Калий, кальций идеально, фосфор тоже в золе есть, его может быть порядка 7%, но опять же в зависимости от типа золы, из какого органического сырья она добыта. Казалось бы, все идеально. Основные элементы питания для винограда там есть. Удобрение бесплатное. Так или иначе, у нас с вами на приусадебных участках, если нет печей, то есть мангалы, есть бани. И зола у нас тоже есть. Удобрение абсолютно бесплатное. Более того, часто ее прям преподносят на пьедестал, как панацею от всего. Тот же Курдюмов вот встречал информацию, что прям по ведру в сезон под куст идеально и от болезней спасет, от всего спасет. Так ли это на самом деле? Не совсем. Практика показывает. Дело в том, что зола имеет щелочную реакцию и защелачивает почву. С одной стороны, в средней полосе, опять же, частое мнение, что почвы кислотные. И поэтому вот это защелачивание нам наоборот хорошо. Сразу скажу, что виноград любит нейтральные либо слабо кислые почвы. Есть некоторые сорта, например, пино нуар, который прям известняк любит, но это далеко не все сорта. В основном это нейтральная либо слабо кислая. Я уже сказала, что зола почву подщелачивает. И если у нас действительно почвы кислые, сильно кислые, то, конечно, зола это хорошо. Но поверьте, что даже на сильно кислых почвах с золой можно переборщить. Что мы получаем в таком случае? А в таком случае мы получаем хлороз. Выглядит это примерно вот так. Желтый листик и темно-зеленые прожилки. Ну, может быть, той или иной, скажем так, степени яркости. Но вот так выглядит хлороз. Говорит о недостатке железа. Мы знаем, что у нас в почве хватает железа, и в принципе здесь его хватает. Но из-за того, что она защелочилась, растение не может это нормально усваивать. Разные сорта относятся к щелочной почве по-разному. Вот пример куст пино нуара. Сюда было очень много высыпано золы, но ему это вот прям очень нравится. Лист темный, хороший, красивый. Ну, там дальше Олег, который диамант, ему, похоже, тоже все очень нравится. А вот дальше кустик, видим, начинает желтеть. А поэтому ведро золы под куст за сезон – это так себе совет. Поверьте, это очень много. И получить хлороз достаточно легко, даже на очень кислых почвах. У нас на втором участке на даче почвы реально очень кислые, мы об этом знаем. Там был лес, понимаем, да, хвойный. Там уже кислая почва, очень много хвоща, хвощ, вот прям индикатор. Есть и другие растения, индикаторы кислых почв, но не всегда на них стоит полагаться. Вот хвощ прям вообще он такой, всегда об этом говорит. И даже там мы умудрились защелочить почву. Причем всего лишь с мангала под один ряд мы высыпали вот золу. И, поверьте, ее было не так уж и много.
Но потом заметили в какой-то сезон, что какой-то лист желтый, какой-то лист бледный. Индикаторная бумажка. Буквально через пару минут я вставлю фрагмент, как ей пользоваться, как все это проверять. Так вот, индикаторная бумажка показала щелочную почву. Понимаете? Вот. Как хорошо мы воспользовались чудным удобрением золой. И привести это назад в порядок, поверьте, не очень легко. И мгновенного эффекта не будет. Невозможно вот так вот по щелчку раз и сделать почву более благоприятной. Это будет долгий процесс, поэтому с золой надо быть очень аккуратными. Кто золу, ну и вот щелочную почву не очень любит? Не очень любят американские гибриды. Не все, конечно, я вам не могу сказать вот прям конкретно сорта. Но любят не все. Столовые сорта многие тоже не любят. И опять же скажу вам, что вот ай-яй-яй, наши кислые почвы. Напомню, на даче у нас реально кислые почвы. И далеко не всем там доставалось много золы. И прекрасно там растет виноград, прекрасно себя чувствует. При том, что мы еще где-то навозом подкармливаем, навоз тоже имеет легкую кислотную реакцию. И все замечательно. Лучше более кислые почвы. И пока я монтировала это видео, в одном из чатов садоводов специалист по растениям разместила вот такие две картинки. Это то, как усваиваются микроэлементы при различной кислотности. Обратите, пожалуйста, внимание. Вот берем верхнюю картинку. Сдвигание pH всего лишь на одну единицу, 7 у нас это нейтральный, 8 это уже щелочная среда, вот всего лишь на одну единицу. Смотрите, фосфор уменьшается, сильно уменьшается железо, сильно уменьшается марганец, сильно уменьшается бор, сильно уменьшается цинк. А теперь посмотрим в другую сторону, если сдвигается в кислую среду. Только фосфор уменьшается. Вот мы берем тоже на единицу, мы не берем какие-то большие значения. Да? Всего лишь на единицу, вот шестерочку. И у нас проблема, в общем-то, только с фосфором, ну и с молибденом. Все. И смотрим опять же вторую картинку. Точно так же обращаем внимание, что вот при сдвигание pH в щелочную среду, у нас кто уменьшается? Бор, марганец, железо, вообще все плохо. В кислую среду только с фосфором вопросы. Ну да, там чуть-чуть азот, но в общем-то незначительно. Поэтому вот тиражируем этот миф, что ай, кислые почвы у нас плохо, не так уж и плохо. И вот наша практика, опять же, показывает, что на кислых почвах, у нас на даче кислые почвы, реально кислые. Прекрасно все растет, и лучше почва более кислая, чем более щелочная. Вот вам наглядный пример. Это то, как усваиваются элементы, даже не виноградом, это то, как они доступны в почве. Итак, нам с вами понадобятся индикаторные бумажки. Здесь у меня уже суспензия нашей земли, я ее брала где-то на глубине сантиметров 20, то есть не самой поверхности. В банку одинаковой части земли и воды разбалтываем несколько минут, ждем. И на всякий случай для контроля обычная вода из-под крана. Ну, чтобы нам понимать тоже немножко, с чем сравнивать. Так, берем бумажки, обмакиваем водичку и обмакиваем нашу баночку. Все, смотрим результат и сравниваем вот с тем, что дается в упаковке. Смотрите, точно мы на самом деле никогда не определим, потому что отличается вот эта вот печать по цвету, но мы понимаем, в какую среду мы идем. То есть явно здесь не желтый, не оранжевый. И по цвету видно, что вот земелька, она у нас темнее, чем
просто вода. Но опять же сравниваем, мы понимаем, что это идет в щелочную среду. Скорее всего, что это восьмерочка. В принципе, не так уж страшно. Но может быть даже и девяточка. Повторю, что вот с этим сложно, но нам надо понимать просто, в какую сторону мы движемся. Явно не в кислотную. И не совсем нейтрально у нас почва, то есть все-таки она больше к щелочи. Ну да, вот если присмотреться, то все-таки это ближе будет к девятке, что не есть хорошо. Не каждый сорт винограда любит щелочную почву. А поэтому прежде чем сыпать ведрами залу под кусты, во-первых, проверьте свою почву. Не поленитесь. Конечно, вообще самый идеальный вариант — это отнести в лабораторию. Хотя я уверена, что большинство сейчас посмеется и скажет: сейчас понесем. Это был бы самый правильный, самый надежный вариант. Но если мы не хотим этого делать, воспользуйтесь индикаторной бумажкой. Если у вас хвоща много, все, там все хорошо. Но в остальных случаях воспользуйтесь индикаторной бумажкой, ее легко достать. Могут быть pH-метры, в садовых магазинах продаются такие со щупиком. Можно им померить. Не поленитесь, сделайте это. Потому что разгребать вот это вот все, то, что мы наделаем, то, что мы защелочим и получим хлорозы, гораздо сложнее, чем проверить. И даже если у вас почвы кислые, все равно ведрами сыпать не надо. Слегка припудрили земельку, да, и все. И даже если у вас сильно кислые почвы, все равно будьте аккуратны. Вносите понемногу, ведрами точно не надо. Оптимальные сроки внесения считаются, что на глинистых, суглинистых почвах лучше всего вносить залу осенью, на песчаных весной. Ну, на самом деле мы же понимаем, что не всегда мы залу собираем, вот достали там с бани, да, или с мангала и рассыпали. Просто рассыпайте понемногу. Про ведра забудьте, вот серьезно, про ведра забудьте. Также считается хорошим носить залу в жидком виде. Делать ее настои, лучше все усваиваются вот эти микроэлементы. Но тут смотрите тоже, не у каждого есть время носиться с этими ведрами. Если 10 кустов, ну еще куда ни шло. Если уже кустов 20-30, то ну, это достаточно сложно. Поэтому можно рассыпать, но повторюсь, пожалуйста, будьте осторожны, потому что сделайте зло в первую очередь себе. Есть еще рекомендация вносить золу вместе с уксусом. А в таком случае элементы в золе, вот тот же кальций, становится легко доступным, он так не защелачивает почву, и это как бы классно и хорошо. Рецепт я вам не подскажу, потому что вот когда я стала интересоваться этой темой, рецептов в интернете много разных. Кто-то там на 2 литра золы льет литр уксуса, а кто-то на литр золы там стакан. Вариантов много. Честно говоря, мы не пробовали и пробовать не будем, потому что на наши объемы, здесь сколько, 170 кустов, если мы будем 170 ведер болтать вот этого всего, жить нам будет некогда. Поэтому мы этим не занимаемся, но если кустов несколько, то да, способ рабочий, слышала хорошие отзывы, что да, действительно, вот в таком случае как бы это замечательное удобрение. Поэтому при небольших объемах можно сделать. А если объемы большие, можно посыпать поверху, но без фанатизма. Можно добавлять вот при компостировании в навоз тоже когда-то, когда мы делали ролик про подкормки, то были комментарии, что вот золу в навоз нельзя, потому что она немножко связывает азот. Но если нам азота сильно много не надо, то вполне. Вот при компостировании считается хорошо вносить залу, как раз таки гасится вот эта кисловатая реакция того же навоза, ну и получаем хорошее качественное удобрение. Важно, да, все хорошо в меру.
и учитывайте особенности своего участка, потому что навредить можно очень сильно. Хотя само по себе, да, это действительно очень хорошее, полезное, очень доступное удобрение. Еще у вас может возникнуть вопрос о использовании золы в качестве листовых подкормок. Да, это тоже можно делать, там она также настаивается определенным образом, но смотрите, мы не всегда, точнее, мы никогда не знаем с вами точный состав этой золы. Да, там есть калий примерно столько-то, там есть кальций, но опять же, не ждите панацеи, что вот вы в золе много кальция, вы золой попорскаете виноград, и у вас ягоды не будут трещать. Очень даже могут трещать. Более того, кальций в растении передвигается только вверх. Поэтому если вы золой попрыскаете листики, то назад в ягодку кальций не пойдет. Поэтому если вы хотите использовать это там для ягод, то это бесполезно. Касательно калийной подкормки, да, это работает, но смотрите, если мы берем тот же сульфат калия, да, мы точно знаем, сколько там этого калия, используем нужные дозировки. В золе мы не знаем, мы можем только примерно предполагать. Да, оно будет работать, если чуть-чуть там хотите кустику помочь, калием подкормить можно, но опять же не надейтесь, что это прям панацея, и особенно не надейтесь, что это панацея от болезней. Не совсем это работает, да, частично может быть, но стопроцентной защиты не будет, особенно если там чуть прошли дождики, всю вашу золу с листа смыли, и эффективность будет крайне низкой. Подводя итог, да, зола очень хороша, но использовать ее нужно в меру, дабы не навредить. Надеюсь, видео было вам полезно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. До новых встреч!